газетах, что в Африке Южной. Сердце очень больное, врачи заменили здоровым. Стало старое сердце негодным, опасным, ненужным. Человек стал нуждаться тогда в сердце новом. Новой была медицинской науке. На весь мир закричали об этом событии газеты. Но не знал мир о том, что святые спасителя руки производят удачно давно операцию эту. Спасителя руки, дай мне сердце твое, говорит милосердный спаситель. Сокрушенное, грешное, старое сердце больное. Я твой любящий врач и сердец утомленный целитель. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Дай мне сердце твое, говорит милосердный спаситель. Сокрушенное, грешное, старое сердце больное. Я твой любящий врач и сердец утомленный целитель. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Он однажды сказал: я завет заключу с вами новый. Из груди выну сердце, которое твердо, как камень. И на место его я вам сердце вложу платиновое. Совершу операцию эту своими руками. Поверил я в то непонятное мне обещание и пришел к нему сердцем безбожным, разбитым, усталым. И пока я стоял перед ним в слезах покаяния, он, свершив пересадку, давно во мне жизни начало. Жизни начало. Дай мне сердце твое, говорит милосердный спаситель. Сокрушенное, грешное, старое сердце больное. Я твой любящий врач и сердец утомленный целитель. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Дай мне сердце твое, говорит милосердный спаситель. Сокрушенное, грешное, старое сердце больное. Я твой любящий врач и сердец утомленный целитель. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Я небесным хочу заменить твое сердце земное. Сердце твое, говорит милосердный спаситель. Сокрушенное, грешное, старое сердце больное. Я твой любящий врач и сердец утомленный целитель. Я небесным хочу заменить твое сердце земное.